Я этого не хотел. Никита, нет! Слишком поздно. Я уже готовлю фреш. Да ты не понимаешь, нельзя резать одним ножом фрукты и овощи. У тебя потом апельсин луком вонять будет. Как это? Так я не одним. У меня второй есть. Ладно, давай, жду свой фреш и побыстрее. Я надеюсь, после этого все? Да, конечно. Ты что, забыл, что ты мне проспорил? Сегодня весь день будешь мои желания исполнять. Помню. Твой фреш. Спасибо. Никит, шнурки! Кайф. Пятно. И там пятно еще. Нежнее! Быстрее! Починить роутер. Протереть стол. Постричь газон, починить крышу, помыть окна. Стой! Я не могу раздвоиться. Ты мне работы на двоих закидываешь. А что, мне тебе помогать надо? Тогда смысл нашего спора. Давай делай, проиграл — делай. Не буду! У меня есть своя личная жизнь. Я человек, а не посудомойка. Ой, какие мы нежные. Достало, блин. Тяжелый день. Здравствуйте. Вижу, день тяжелый, взгляд уставший. Он мне знаком. Чё? Ты вообще кто такой? Если ты что-то продаешь, мне этот хлам твой не нужен. Я все о тебе знаю. Учеба, работа. Друзья достали, хочет раздвоиться, да? Не бей, не бей, очка, не бьют. Да не собираюсь я тебя бить, ты кто такой? А, да. Меня зовут доктор Фуфелшмерц. Ну и чё? Чё тебе от меня надо? Я могу клонировать тебя, и все твои заботы исчезнут. Ага, рассказывай мне. Давай, адиос. Я реально могу тебе помочь? О! Это мой двойник. Я могу тебе сделать точно такого же. Он тот вдалеке? Ну да. Реально тебя похож. Блин, в один, в один. Так чё, договоримся? Ты реально можешь сделать моего двойника? Да чё вы все так удивляетесь? Конечно, 21 век на дворе. Могу сделать. Будем делать. Давай. Пошли. А этот как? А он самостоятельный. На автобусе доедет. А чё ты так ходишь? У каждого персонажа должна быть особенность. Я шаркую ногами. А это точно безопасно? Точно, точно. Так. Просто вы меня через какие-то заброшки завели в подвал. Это научная лаборатория такая, да? Ты понимаешь, сейчас такая обстановка. Бюджет урезали и, ну, условия у нас такие. Выживаем как можем. А вы вообще такие эксперименты, кроме как на себе, проводили? Конечно. Правда, ну, из людей ты второй. Я первый. Так, и последний. Ага. И сейчас ты почувствуешь небольшое покалывание. Как будто комарик укусил. Комарик укусит просто. Так. И включить. Какой комарик, нифига себе. Вот такой комарище. Нет, я, наверное, участвовать в этом не буду. Да ты не переживай. Второй раз такого не повторится. Садись, садись, садись. Сиди, сейчас я исправлю этот момент. Я надеюсь, ты там ничего не трогаешь. Нет, не трогал. Так. А это зачем? Это чтобы тебе больно не было. Специальная веревка. Обезболивающая. А зачем вы меня привязываете? Чтоб ты не дергался. А что, больно опять будет? Я же сказал, она обезболивающая. Не переживай. И ножки. Не, это уже не смешно. Может, хотя бы людей кинуть, позовем профессионалов? Так, а я кто? Я профессионал. Все. Так. Провода подключать. В этот раз не дергайся, понял? Уже не получится. О! Ага. Я
Так. Так, готово. Теперь приготовились. Зубки сжали. Угу. Угу. Нормально. И включить. Кто я? Отлично. Ты мое творение. Ты создан, чтобы работать на меня. Сфига ли? И вообще, почему я на этого похож? Ты копия его, я тебя создал. Круто? Я не буду на тебя работать, а ты индюк в очках. Ты офигел? Ты как со мной разговариваешь? Я почти твой отец. Мне пофиг. Следи за этим, чтобы не проснулся. А я пошел веселиться. Ах ты гад! Ну ничего, я тебя достану еще. Эй, ты, вставай. В общем, эксперимент удался. Клон героически сбежал. Почти в точь-в-точь. У тебя генетика отличная. Там небольшой синтез получился. Но неважно, я сейчас все исправлю, мы сделаем хорошего клона. Че, не понимаю, что происходит? У тебя анатомический шок. Че? Неважно, это умные слова, тебе не понять. Я сейчас схожу, немного подправлю форму и сделаем еще 3-го, 4-го, 5-го, уже снова клона. Затяни тебя потуже. А, конечно, разбежался. Псих какой-то. Что ты сказал? Затягиваю. Молодец. Какой еще больной. Никогда больше на подобное не подпишусь. Так, все, готово, я иду. Вот гад, я в дому сбежал. Да я свалила в ТЦ, Никита распсиховался, ушел в одних носках. Я даже не поняла, как это произошло, почему он отказался от спора. Ой, да ладно, я без него погуляю, я не знаю, где он сейчас. Фу. А че так много этих? Отстойники, лузеры. А, люди. Кто такой? Стыдно стало, да, значит? Ну что, стыдно стало? Решил все-таки спор отработать? Улыбку с лица убери. Ты кто такая? Голова говяжья. Чего? Ты глаза так не таращь. На карася похожа. Никит, ты что, оборзел совсем? Рот закрой, воняешь. Давай, куропатка, покудахтал отсюда. Я сейчас вообще ничего не поняла. Никита, иди сюда. Стой, Никита, объясни, что происходит? Тебе, чтобы объяснять, тебе надо всю программу с первого класса. Букварь полистай. Что происходит? У тебя что, в мозгу извилины заржавели? Или со слухом плохо? Не, ну это уже вообще никакие ворота. Стоять бояться. Положила на место. Быстрее, быстрее. Спасибо. Свободно. Фу, блин. А чё без сиропа? Чё ты вылупилась на меня? Не в музее. Давай быстро потяпал отсюда. Стой! Да ладно, иди сюда. Да пошутил я, это пранк такой. Сейчас вам новые принесу с кофе и печеньками. Да пошутил я. Настроение просто гадкое, вот это свое тоже забери и отнеси вместе с собой. Ты же какая бурзая. Я к ней по-человечески, по-доброму, а она вот так вот. Еще и пончик с бананом. Толстый будет. О! Никита, я так не могу, давай поговорим. Эй, я говорю, давай поговорим. Если я переборщила как-то где-то, ты мне только скажи. Я же готова извиниться, и все будет как раньше. Хочешь, я тебе прощу этот спор несчастный, мне вообще уже все равно. Переборщила ты со сладким, вон щеки висят. Ты хоть видишь вообще меня? Как у бегемотики. Никита, ты что такой злой? Чем я тебя так обидела? Ты меня не обижал, а вот природа тебя явно обидела. Ты, может, там листик где не тот сорвала? Или гусеничку растопила? Никакой листик я не рвала, никакой... Что ты вообще говоришь? Ты меня что, обидеть пытаешься? У тебя что, реально мозгов, что ли, нет? На, сладенького поешь. Полезно, говорят.
Знаешь что? Да иди ты! Я и ухожу. Боже, почитай реально книги. Начни с букваря. Еще раз я тебя увижу, тебе пощечину дам, понял? Соня! Ага, вот и ты. Сам вернулся, да? Даже переодеться успел. Да ты не понимаешь, что такое происходит. А ты помнишь, что я тебе пообещала, когда ты убегал? Не помню. Послушай, там безумный профессор. Ты че? А я предупреждала тебя. У тебя че, совсем уже? Эй! Продолжаешь меня оскорблять, да? Да стой, стой! Ты сейчас раздерешься, ты что, что, камин не почистил? Да ты меня прилюдно унижал на протяжении получаса, забыл, что ли? Да это не я был, послушай. Да хватит! Да постой, ты реально, только не дерись в этот раз. Хорошо, не трогай меня, я тебя слушаю. Послушай, тот, кого ты видела, это не я. А кто? Клон твой, что ли? Да! Ты уже догадалась, что ли? До свидания, я вас не знаю. Стой! Это очень серьезное дело, в нем замешаны очень злые люди. Так сразу не объяснить. Валим! Что это, Никита? Валим, валим, валим. Черт, вы от меня не убежите. Да что происходит? Тихо, тихо, не беги, не беги. Не привлекай внимания, как будто мы просто посетители. За угол. Вон, видишь? Никита, во что ты опять вляпался? Нет, это не я. Это все этот ученый. Вон, видишь его? В халатике ходит. Он создает клонов. И? И он создал моего клона. Он бежит сюда. Валим, валим. Быстрее, быстрее, быстрее. А я пытаюсь. Направо, направо, направо. И резко налево. Вот сюда. За вещи. Тихо. Что происходит? В общем, вот этот злобный гений, которого ты видел, он создал клон, клон меня. Да, звучит очень по-дурацки. Да, как будто в сказку попали какую-то. Но это реально так. И тот, который второй Никита, скорее всего, ты его уже видела, если ударила мне. Это реально был не ты? Это реально был не я. Ну, похоже было. Скорее всего, это просто взяли из меня весь негатив и сделали его. То есть ноль позитива. Ага, и что нам делать теперь? Надо найти моего клона и уничтожить. В смысле, уничтожить? Что? Он не настоящий человек, он просто как бы неважно, короче. Нужно найти его, пока он не натворил бед и не разозлил еще много-много людей, так же, как и тебе. Это да. Слушай, если он что-то ограбит, то себя могут посадить, да, Никит? Так и есть, потому что ДНК у нас совпадает. Все, бежи. Чисто. Где он может быть? Он может быть где угодно. Поэтому смотри в оба. Что будем делать с ним, когда увидим? Вырубим его. Вон оно. Эй, ты! Ой, смотрите, кто пришел. Тюфяк и мочалка. Какая сладкая парочка. Посмотрим, что будет, когда мы тебя сейчас наваляем. Ха! А ты попробуй догони. За ним. А, уже успел коктейль украсть. Ха-ха, не догоните. Куда он побежал? По-моему, наверх. Он на улицу побежал. Быстрее, быстрее, Никита. В
Уже бежать некуда, да? Вот мы тебя и зажали. Что, хочешь силой помериться? Давай, давай, кто кого. Ты что думаешь, если ты злой, я тебе не доваляю, а? Никита, спокойно. Ребята, нам нужно просто мирно, спокойно все решить. С ним по-другому невозможно. Он попал в такие же обстоятельства, как и ты, пойми. Ой, смотри, у этой мозги появились. А я больше не поведусь, ясно? Мне вообще не обидно. Я поняла, что слова — это просто слова. Меня это никак не цепляет. Че, вы мне зубы заговариваете? Да мы не заговариваем тебе зубы, мы просто хотим договориться. Ага, конечно, вы хотите меня ликвидировать. Нет, это неправда, это профессор хочет. А мы тебя от него защитим. Профессора нельзя победить, он меня не отпустит. Да я лично тебе обещаю, он тебя отпустит. Ну или мы тебя наваляем. Не слушай его. Ладно, говорите, что делать. Все будет нормально. Ага, молодцы. Поймали его. А ну не дергайся. Нет, не надо. Отлично, ребятки, молодцы. А теперь ты. Я-то что? Стоп, товарищ. Давайте поговорим, может быть, как-нибудь решим вопрос. Короче, нужно еще одного клона сделать. Видишь, ошибка получилась, плохой получился. А зачем ты за мной тогда охотился? Я откуда знал, злой ты или плохой? Я думал, ты это, вот как он. Короче, мне без разницы, с кого материал брать. Хочешь, тебя вырублю, с плохого сделаю клона. Нет, стой, я помогу тебе. Что? Отлично. Тогда тащи его до моей лаборатории. Никита, ты офигел? Я же ему пообещала только что. Да он просто моя проекция, он не человек. В смысле не человек? Он же живой, он же точно так же ходит, разговаривает. Да, это моя заслуга. Вы все сумасшедшие здесь, что ли? Он же тебя обижал. И что, из-за этого людей в лаборатории надо затаскивать? Да он не человек, он мне жизнь портит, мою репутацию. Я не понимаю, вы решили или нет? Хочешь, я ее вырублю? Да нет, все, не надо, я его тащу. Красава, жду вас внизу, ты тоже можешь пойти. Никит, я в тебе разочарована. Непонятно, кто из вас плохой, а кто хороший. Я уже вообще запуталась. Да тихо ты, он тяжелый, помоги лучше. До лаборатории дотащим, там разберемся. Сам тащи. Я участвовать в этом не собираюсь. И что, долго так ему спать? Ну, да нет. Еще часа два. А может, раньше проснется? Ладно, о чем мы тут говорим? Пойдем отсюда, а то сейчас еще раньше времени разбудим. Пойдем, пойдем. Да подождите, так нехорошо с ним поступать. Давайте как-нибудь в чувство приведем, там расскажем ему все. Сонь, да ладно, он же злой. Простец отклоняется, пошли. Он клон, он не человек. Ладно. Я тут подумал, можно этого клона не ликвидировать, а бальзамировать и уменьшить. И тебе на брелок на ключи повесить, а? Ну, нормально. Это нечеловечно. Наверное, возможно. Одна ремарочка. Я забыл сказать. Клон человека стоит очень много. Дорогая технология, ну, сам понимаешь. Издержки процедуры. Это, в общем, она где-то стоит, 2 миллиона долларов. Поэтому ты можешь мне заплатить. У меня даже чек будет для тебя. И уходить. А второй вариант? Откуда ты знаешь про второй вариант? Всегда есть второй вариант. Смышленый ты. Ну, ты мне даешь еще материалы для клона. И мы расходимся мирно. А из клона не вариант взять? Не, из клонов получается плохие клоны. Ой, и что с ним делать? Ну, ликвидировать. Или на брелок. Я сейчас подойду, ладно? А туалет там за углом. Спасибо. Классно. Давай, наверное, все-таки на брелок. На брелок, хорошо. Подписать его как-нибудь? Ну, как-то. Пойдем, да. Со мной туда, разработаем дизайн. Давай. Эй, ты. Эй, проснись. Опять ты. Щеки у тебя еще больше стали. Да поняла, хватит. Слушай меня, тебя хотят ликвидировать. Ага, может, лучше тебе проще ликвидировать? Да вот слушай меня, ты. Ты клон, и тебя хотят убрать. В смысле хотят убрать? В прямом. Пойдем со мной, если хочешь жить. Быстрее. Это что за сморчки меня убрать хотят? А? Не задавай лишних вопросов. Иди сюда, аккуратно. У меня там за углом машина, пойдем. Куда ты меня, блин, тащишь? Да никуда, спасти тебя, блин, пытаюсь. Не надо меня спасать, особенно таким мерзким девкам. Чего ты такой токсичный-то, а? Потому что меня таким создали. Я злой клон. А с чего ты взял, что вообще тебе нужно быть злым? Потому что создали, говорю тебе. И что? Боже, тебе реально так все высохло. Так ты сам выбираешь, как себя вести. Че за бред ты несешь? Ну, прикинь, можно и нормально с людьми разговаривать. Это как? Ну вот смотри, я говорю тебе привет, ты мне что ответишь? Навоза пакет. Да нет. Отлично, мы тебе дизайн придумали. Подожди, а здесь же этот был мой брелок. Ну да. И подушку я твою давно не видел. Твоя подушка решила нас кинуть? Это что за ерунда? Ну, может, не надо мне кричать? Я сам вообще с ней не... Не нужен был клон! Ответь мне привет, спроси, как дела. Ну, улыбнись хотя бы, ну. Привет, как дела?
Сейчас смешного я сказал. Ты просто так мило злишься. Я? Фу, где твоя тачка? Там. Она? Да, садись. А тачья? Это их. Их, говоришь? Давай колеса проколем. Давай свалим уже отсюда. Может, хотя бы окно разобьем? Нет, поехали, садись уже. Они скоро заподозрят, что тебя нет, и пойдут за нами. Я с ней сам не то, что мы друзья. Может, быстрее за ней? Если мы не найдем клона, то ты будешь за меня работать всю жизнь, понял? Может, за ней лучше? Быстро побежал искать свою подружку без клона! Кого сказал? Да все, я понял! Давай хотя бы на ней лопух напишем. Быстро в тачку! Эй, вы! Ну ты откроешь или нет? Да быстрее давай. Стойте! Ну газуй от них! Стой, девчонка, этот клон с собственностью в лаборатории! Быстрее, быстрее! Закрыть ворота! Срочно, тревога! Не получилось сбежать. Это что вам от меня надо, а? Вы вдвоем достали уже. Нам нужен второй. Я не клон, он опасен для обычных людей. Никого я вам не отдам. Ясно, он поедет со мной. Если плохой клон выйдет на улицу из моей лаборатории, да меня посадить могут за это. Тем более, это мой брелок. Он неплохой, он научился со мной доброте. Он даже улыбался. Это интересно. Плохой клон перевоспитался в хорошего. Надо пронаблюдать за вами в обычной жизни. Так, ты... Девчонка, общайся дальше с плохим клоном, делай его лучше. Так, а ты, пацаненок, пойдем обратно в лабораторию делать клонов. Чего ты хочешь их отпустить? Это же безумная идея. Так я же безумный ученый. Что? Ты так просто нас отпустишь, что взять и уехать? Как же история, она так легко закончится. Кто сказал, что она легко закончилась? Вообще, я сейчас передумаю. Все, уезжаем. Открыть ворота! Ладно, давай, пока. А ты куда? Домой. Нет, ты будешь жить теперь в лаборатории. Ты будешь моим лаборантом. Пойдем, будем делать эксперименты с тобой. Да, ладно, хорошо. Будешь мой безумный лаборант. Прикольно. Ого. Прикольно. Соня, подожди. Я тебя еще достану. Сделаю еще клонов тебя.